нормально? Все нормально. Ничего не беспокоит? Нет, вроде все тихо. Пока что. Ведут спокойно? Ведут спокойно. Подозрительных лиц нет? Вроде пока тишина. Если будут какая-то информация, сразу же звоните нам. Обязательно. Такие обходы подъездов жилых домов теперь дело обычное. Полицейские вместе с сотрудниками администрации встречаются с домкомами и проверяют, есть ли доступ на чердаки и в подвалы. Домком дома на Гагарина 39. Нана Кагасян с гордостью называет свой дом образцовым. Но помнит и случай, когда на чердаке жили бомжи. Сейчас непрошенным гостям вход туда закрыт. Все зависит от жильцов, чтобы туда никто не лез. Вот бомжи не ночевали, наркоманы там не собирались, и свои вот эти закладки не делали. Вот поэтому мы работаем тесно с участковыми. Они вот постоянно тоже проверяют. По правилам безопасности, кстати, в первую очередь именно для жильцов, чердаки и подвалы в каждом доме должны быть закрыты и опечатаны. Один ключ хранится у домкома, а другой у представителя управляющей компании. Мы хотим еще раз напомнить также представителям ТСЖ, домкома о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Прежде всего, необходимо обеспечить закрытые помещения в подвальные зоны и на чердаки. Жителям и гостям нашего прекрасного города помнить о безопасности и необходимо сразу же сообщать в полицию о подозрительных лицах, а также о подозрительных предметах по телефону 02. По поручению главы города такие рейды проводятся еженедельно в течение всего года и во всех районах Сочи. Но главное, говорят проверяющие, не количество рейдов, а забота самих жильцов о своей же безопасности. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.